139 казахстанских спортсменов примут участие в 9-х зимних азиатских играх. Они пройдут в китайских городах Харбин и Аябули с 7 по 14 февраля следующего года. В Харбине состоятся соревнования по конькобежным видам спорта, хоккею с шайбой и керлингу. Аябули примет состязания по лыжным видам спорта, биатлону и ски-альпинизму. Всего в играх примут участие 1147 спортсменов из 32 стран Азии. Планируется разыграть 196 комплектов медалей. У нас есть списки именно видов спорта, утвержденные именно в программе азиатских игр данных. Мы здесь не участвуем только в одном виде спорта, это сноуборд. В остальных дисциплинах везде наши сборные принимают 100% участие.